Свое чудо очаровательная певица Нюша начала буквально пару лет назад с популярного телевизионного конкурса «СТС зажигает суперзвезду». Теперь же она кумир миллионов россиян. Одной из главных целей молодая певица уже достигла. В конце прошлого года свет увидел ее дебютный альбом «Выбирать чудо». И уже скоро готовится большая концертная программа в его поддержку. Программа «Выбирать чудо» только сейчас готовится. И турне начнется, наверное, в начале апреля. Потому что сейчас это как бы вот мое выступление. То, что будет шоу, которое мы готовим, оно будет гораздо длиннее. Это так называемая припати всего. Да, это как бы супер зажигательная вечеринка от Нюши. Все тексты песен, которые мы так любим, Нюша пишет самостоятельно. И, кстати говоря, оригинально они звучат и выглядят на английском языке. Такая любовь к иностранным трекам может вылиться в большой англоязычный альбом. У меня очень много англоязычных треков. «Не за горами», может быть, даже и вместе со следующим альбомом, может быть, будет какая-то special edition там на английском языке. Песни, они в абсолютно другом стиле. Есть много клубной музыки какой-то, да, soul, R&B, то есть там другая половинка меня. И я, конечно, хочу, чтобы вы все услышали эту половинку. В концерте в Кирове Нюша исполнила несколько иностранных композиций. Одни из них стали песнями Кристины Агилеры. По секрету нашему телеканалу молодая звезда призналась, что очень любит и ценит творчество зарубежной дивы. Но подражать другим она не собирается. Я никогда не подражала артистам, но все равно, тем не менее, так как я выросла на многих исполнителях, я слушала только зарубежную музыку, естественно, как и, наверное, любой вообще ребенок, копировала, где-то подражала, но все это как бы осталось с детства. Может быть, какие-то есть моменты, да, которые все равно, вот, может быть, остались. В начале этого года официально в продаже поступил новый сингл «Больно». Он, кстати, также вошел в альбом. Это очень трогательная история любой девушки. И совсем скоро аудиоверсия обзаведется собственным видео. «Не за горами» видео, как только я приезжаю из своего такого мини-турчика, который будет просто сейчас прям подряд пару гастролей, в середине марта, я думаю, что мы уже приступим к съемкам. Не только певица, но и отличная актриса. Это она доказала своей артистичной импровизацией в клипе «Чудо». Но помимо своих видео, певица пробует себя и в других ролях. Я снялась совсем недавно в сериале «Универ». Вот. Так что скоро выйдет, скоро увидите. А так, ну, мне бы на самом деле очень хотелось сняться даже в каком-то фильме, может быть, еще в молодежном сериале. Но на данный момент пока не поступало предложение. Такой подарок, как выступление Нюши, Кирову подарил телеканал MTV Киров. А напоследок Нюша выразила огромную любовь к молодежному музыкальному каналу MTV. Я очень люблю телеканал MTV, потому что он ультрасовременный, модный, трендовый. Это все последние события из нашей жизни. Вот, и так что у нас взаимная любовь. Всем привет! С вами Нюша. Вы смотрите Ньюсблок на MTV Киров.